прошло, короче, после операции часа, ну, 8 я приехал, где-то в 9, наверное, мне начал делать операцию, сейчас 3 часа дня, вот уже глаз вот такой. Это считай, да, там больше красного, но как бы по ощущениям получше. Если взять, закрыть глаз, то изображение, ну, не знаю, может не 100%, хотя может и 100%. 95 точно процентов. Вот еще, конечно, вот такое есть какое-то неприятное естественное ощущение. Ну, так уже очень даже хорошо. Если не считать, что визуально не очень хорошо. То есть зрачок уже сузился. Нет уже каких-то вот этих пепелины уже нет. Вот, что еще. Да, только теперь вся проблема, теперь у меня этот глаз минус 3,5, а этот 100% получается. И теперь, если раньше я смотрел этим глазом, теперь я смотрю этим глазом. Взял очки, убрал стекло, и получается, что то через стекло, которое изображение становится меньше чуть-чуть, а через обычно смотреть через этот глаз, то изображение нормальное. Получается как бы два изображения. Одно чуть маленькое, ну там чуть-чуть, а второе чуть-чуть больше. И, короче, вот такое вот. Но если ты берешь стекло, представляешь практически глазу этим, то два изображения нормальное. У меня есть такие там очки, почти очень близко к глазу. Я это одно стекло снял, и, в принципе, можно ходить. Или ставить линзу в этот глаз. Короче, надо будет что-то думать с этими глазами, как все это потом. Вот. Но изображение улучшается, ну да, то есть прямо радикально, но улучшается с каждым часом.